Все, да, тут папочка сядет. Всем привет, всем доброе утро. У нас тут, смотрите, какая красота. И оладушки, и сырники, рыбка, салатик. Это вчерашний, да? Мы как раз из ресторана забрали его. Колбаски, Надя творог ест, который забыла у нас. Сегодня кушать с... Нет, потом. Потом, да. Когда не, ну давай мы его уберем со стола, чтобы он не мешал. Где? Да, положи сюда. Давай. Да. Давай. Вот так. Так, еще я видела, где есть. Вот так и поставлю. Хорошо. Ну можно в тост его подбавить. Так, ладно, всем приятного аппетита. Ехали тут недалеко от наших апартаментов, местечко какое-то симпатичное, Надя здесь гуляла. Говорит, место, во! Река недалеко. Разноцветные. Ага, красиво. Не, в Андорре, конечно, в этом плане красота полнейшая. О, крапивка. Да, я тут видела тебя. Да? Река. Я с собой взял дрончик, поэтому полетаем сейчас, позапускаем. Посмотреть там. Посмотри. Только близко не подходи, а то в речку упадешь. Давай ручку. Где речка? Вон, видишь-ка? Да. Да, классно. Пошли. Подождите, мне нужно взять... Надя нас ведет. Сейчас мне нужно сумку взять. Вот, Анюта у меня в рюкзаке. Смотри! Да, Ванюш. На мостике. Класс. Это первая Анечкина прогулка на природе. Такой вот, чтобы лес был. Там вот можно, есть немножко этот водопадик. Угу. Водопадик. А ну, пойдем. Водопадов. Ой. Вот чем нравится Андорра, что здесь куда ни пойди, везде такая красота. Просто. Не передать просто словами. Это ручеек, река точнее, да что, такой водопад, каскады. Здесь есть специальное место для того, чтобы жарить барбекю, отдыхать на природе. Такие вот столики, лавочки с вот таким вот видом. Уже начинают желтеть деревья. Осень потихоньку приближается. О, хорошо. Воздух здесь, конечно, потрясный. Вот, накрывайте на стол.
Ага, вон там мостик. Сейчас пойдем. Так, нашли гриба. Бери сам его. Вот за, бери аккуратненько. Нет, не за верх, за ножку. За ножку, да. Вот, тяни. Какой масленок! У тебя белый гриб и масленок. Класс. Давай туда добавим. О, давай. Супер, папа придумал куда, да? Круто. И масленок можно посадить и белых. Супер. Это что такое? Что, еще один? Нет. Это пальца алярма. Ванюш, это нехорошие. Это поганка. Есть поганки, а есть съедобные. Вот, с этой стороны. Возьми, Поль. Ванюшка, возьми, чтобы... Смотри, грибочки. Смотри. Бери, Ванюш. Давай, срывай. Один маленький, за ножку. За ножку, бери немножко. Ничего. И ножку тоже срывай. И тут еще рядышком есть. Да, и ножку. И там еще рядом, сынок, только нужно за ножку. Аккуратно с этим. Вот. Его смотри, маленький. Вон еще один. Только за ножку, за ножку. Это Ванечки первые грибы. Да. Супер. Это твои класс. Первые грибочки. Класс? Давится? Давай еще. Давай. Давай еще. Дерево такое. Камера не передает дерево. Да? Ага. Мне? Мне? Да. Ну давай. Вот. Спасибо. Красными ягодками. Рябина? Где? Вот, это золотое дерево. Да. Ну, а вечер мы решили посвятить шопингу. Мне нужно было купить подарок. Купила, Ваня еще купил кучу всего для этого, для съемок. Я в Заре купила Ванюшке 2 лука. Взяла ему... Петрушку. Петрушку. Сейчас, постельное белье, которое светится в темноте. И, в общем-то, мы гуляем. Тёля с дядей Вовой забрали детей и пошли по площадкам гулять. Мы так спокойно ходим. Мы вдвоем без детей ходим, смотрим, глазеем. А я не знаю, где Надя. Я ей написала, но она что-то пока еще не отвечает. Она тоже теоретически ходит по магазинам. Она вроде не подключалась. Нет. Тут проблема вообще в Андорре с интернетом. Мы чудом загрузили этот влог. Ну да, потому что купили карточку мобильного интернета. В отеле, ну, в апартаментах, интернет очень медленно. Очень. Очень. Мы, кстати, дошли до самого конца. Магазин Лего. И здесь есть магазин Лего. Давай зайдем, посмотрим. Давай. Давай зайдем. Может, Ванюшке посмотрим. Подарочек купим? Кошмар. Мы, конечно, хорошие родители, но... Но любим мы, конечно... Ребенку покупать игрушки. Это мы понимаем, это мы знаем. Прикинь, деревянное Лего. Марио. Что, зайдем вовнутрь? Ну, пошли посмотрим. Пойдем посмотрим. Мы ничего не купили. Поглазели. Мы поглазели, посмотрели. И идем дальше. Я хотела себе очки здесь купить, здесь же дешевле, здесь нет налогов, точнее, он здесь меньше, и цены здесь дешевле. Но я чуть не могу, я хочу какие-нибудь черные, с такой широкой оправой, прям такие, что я же все время хожу в своих Фенди, они тоненькие, такие прозрачненькие, а я хочу что-то такое темное, ну, не знаю. Мы сюда с тобой не ходили, да? Нет? Мы сюда не доходили, да. Смотрите, как. Кармен Тюссо. Ух ты. Музей. Вообще здесь очень атмосферно. До безумия просто. Я себе тоже ходил, кроссовки смотрел. Ничего не выбрал. Не, ну мне что-то не знаю. Я представил, это нужно сейчас спросить, чтобы мне дали мерить, смотреть, выбирать, короче. Я думаю, нам сейчас нужно определиться... Что у нас будет с ужином?
либо заехать в супермаркет, либо зайти купить еду, взять с собой. И, наверное, ехать домой. Сегодня нужно покупать детей и уложить их немножко раньше спать, потому что вчера Аня вырубилась в начале 11-го, Ваня ближе к 11 уснул. Нет, Ваня уснул ближе к 12. Ближе к 12. Вот. Поэтому я думаю, деток немножко сегодня пораньше нужно уложить. О! Ничего. Велосипед. Ну, там сейчас сына космос будет, я даже заходить не хочу. Так. У меня мой еще велосипед не обкатанный. Пойдем, давай сейчас. Привет, прикольно. Улочка, подсветочка. Ага, классно. Супер. Что ты хочешь? Пойдем с тобой вот здесь перейдем и пойдем по улочкам там. Ну что? О! Недвижимость. У нас всегда с Ваней интересовала недвижимость, где бы мы ни были. Нам всегда было интересно посмотреть, что сколько стоит. Но здесь цены, конечно, такие приличные. 325, 230, кстати. Просто земля 550 тысяч. Обалдеть. Просто земля. А вот, смотри, квартира. 230 тысяч, 295. 75 квадратов. А это 64. Но она и стоит дешевле на 60 тысяч. Да, там 65 квадратов, 162 тысячи евро. 405 квадратных метров, 1 160 000. Да, да. Это пентхаус, да? Или, господи, я по-русски не знаю. Это дом на два хозяина в зеркальном отражении. Вот, как бы, короче, не знаю, как. Вот земля, 380 тысяч. Угу. Ладно, все, больше тут ничего нету. Ну, ладно. Все, мы уже пришли за детками. И Надя, он тоже уже подошла. Наш любимый! Вот это обломище, я думала. Давай. Только там. Куда идти? Куда? Тут два самолета упало. Куда? Зачем? Тебе нравится? Подожди. В общем, ребята, у нас в итоге мы совместили и ресторан, и дом. Решили заказать еду в ресторане и поесть ее дома. Так что ни первое, ни второе у нас. Мы все думали. Катюша себе взяла супчик, Мишке лапша. Мама тоже лапшу взяла. Папа дурмчик. Мне тоже лапша. Надя. Тебе что? Салат скинула. А, и рыба, да, там? Вот еще она взбьется. И вот этот. Как этот салат называется? Ваканами. Ну, вообще тоже вкусненький. А все равно путаюсь. Водоросли. Водоросли. Всем приятного аппетита. Приятного. Анечка тут нас ползает. Пока.